Сотрудники МФЦ на 9 мая жалуются на страшную вонь в кабинетах и коридорах. Работать в таких условиях, обслуживать население, говорят служащие, просто невозможно. От сильного запаха канализации люди задыхаются минимум неделю и даже жалуются на признаки отравления. Одному из работников МФЦ, уверяют служащие, вызывали скорую. Проблемы с трубами в здании были и раньше. Началось все около 3 лет назад, уверяют сотрудники. Но в этом году с приходом тепла запах стал просто невыносимым. Персонал МФЦ своему руководству писал служебные записки. Обращались и в Роспотребнадзор, но вонь и ныне там. Вот что говорят люди. На 9 мая в МФЦ уже по 3 недели дикий запах канализации. Сотрудники спускались в подвал, смотрели, в этот раз там прямо лужа от этих вот фекальных масс. Наше руководство в курсе данной проблемы, но никаких действий по факту не предпринимает. Когда потеплело, по коридору стало невозможно ходить совершенно. А у одного сотрудника началась прямо рвота, он не мог дышать в коридоре. Он весь покраснел, вызвали скорую. Скорая приехала, померила давление, выписала ему больничный. Роспотребнадзор писали, но они говорят, что ваше письмо получено. Но еще сотрудник не назначен. По сути, ситуация опять на тормозах спускается. Новости Прима сегодня были в здании МФЦ на 9 мая. И наш корреспондент подтверждает, даже в зале, где идет обслуживание людей, стоит неприятный болотный запах. В руководстве же МФЦ, к которому, собственно, у работников основные претензии, наотрез отказались давать комментарии, сославшись на то, что к зданию, в котором работают их сотрудники, они отношения не имеют и трубами не занимаются. В администрации Советского района новостям Прима заявили, что в курсе проблемы, и уже завтра на место выйдут чиновники и представители прокуратуры. И уже вечером к нам в редакцию от Краскома пришли неприятные фото предварительной причины зловония. Коммунальщики нашли гигантский засор и, по всей видимости, виноваты в нем жильцы многоэтажки соседней. Трубы были забиты тряпками и бинтами, поэтому стоки со всего дома вытекали в подвал МФЦ. Если резкий запах на рабочем месте так и не исчезнет, работники центра намерены обращаться в прокуратуру и повторно в Роспотребнадзор, в отдел надзора за условиями труда.